Давай. Здравствуйте. Да, всем привет. Мы на канале Scorpion Games. Да, сегодня снимаем 15-ю альфу. Наконец-то добрались, то есть всё. Теперь у нас... Пускай она там... Какая она там? Нестабильная, экспериментальная? Экспериментальная. Экспериментальная. Но тем не менее... Но тем не менее, это уже альфа. Да. Все такое цветастое, яркое, прям, ну, до одри. Очень интересно выглядит. Вот. Так, у меня уже чего? У меня второй стак пошел тряпками. Ты все-таки тряпки? Да я все-таки уже весь решил разобрать. Тут осталось, вот, последний. Да понятно, что же осталось. Рухите, все. Все, что я, короче, говорил, все по... В общем... Ну ладно, не расстраивайся. Еще, блин. О, как две руки хорошо-то, а? Милое дело вообще. Смотрите, как пропадает все. На глазах причем. Тощий парень. Выглядит, ну просто. Ну что, есть, то есть, да. Ведь дальше не могу на тебя смотреть. То ты такой же самый, не переживай. Так, один мой... А, я что вот он сделал, да. Ай, бомба. Крапнем лук. Сейчас придется. Пишешь сейчас хоть проверь? Да-да, надо про. Да-да, идет запись. Так. Не дышим. Ты куда? А, свинья. Свинья стоят. Так, осторожно, тут кто-то хантит нас. Устойчиво хантит. Короче, мне некогда. Я разбираю свинью. Ну я на чеку. А, вон. Мамаша идет. Заботливая? Угу. Идет ручонками своими. Тянет. Короче, 22 миска у нас есть. Такой. Касатик, переведи через дорогу, касатик. Угу. Ух ты. Ой, кто-то упал. Хэп, я засадил. Yes! Нифига из такого далека далека. Ты убил ее? Да. Мой фраг. Как он, фрагодротер? Я тебя потом верну. Пошли отсюда, короче, что-то лагерь. Саня, сумочку пропустил хорошую. Сейчас, подожди. Мадам за мягкая. Иду. Ну, что тебе сказать, блин? Да что есть, то и говори. Столбарл 460-й, банк собачьих консерв. Это скраб. Нежирно. 12 яиц. Ты что делаешь? Пошли. Пенек, это шурошу, пока ты там смотришь. Погнали. Только катон. Эти сноуберри, как это, я не знаю чего. Как грязи. Угу. Недаром их так много, потому что они ядовитые. Ой, точно. Ну как бы там. Не, ну в смысле, с десяток их можно скушать спокойно и ничего вам не будет. Ну вот Андрюх пробовал, да, говорит, то, что десяток. Меня, по-моему, с 6 в тот раз завернуло. Ну как завернуло? Там падает wellness, то есть стамина. Да, стамина падает. И ты заметил, что теперь на кострах уже не загораешь, там по ним можно бегать спокойно. Ну, если здорово. Постоишь 3, где-то секунды 3, тогда загоришься. Что-то вот смотри, оп, пробежал, ничего. А раньше пробежал, сразу вспыхнул. Оп. Опа, загорелся, добегался. Ты специально что ли? Так я и потух сразу, смотри, раз и потух. Да ты горишь вообще вовсю. Да как горишь? У меня хп не обновляется. Ну посмотришь на видео. Кто горит, а кто нет. Кстати, время что у нас там? Да нормально время. 15:27, нормально. Да рды еще он нормально время. 6-й день, нормально. Сейчас через биом пройдем и должны в пустыню выйти этот. Да блин, ходить, я улутанный, блин. Так у меня хватает места. Ну как бы не очень, там можешь что-то выкинуть. Ну это так у всех. Палатка армейская. Пушкинская. Так, а есть у нас краб броню. Саня, база армейская. Класс. Че, лутаем? Угу, только тут минус, смотри, аккуратно. Да, помню. Блин! Ты выстрелил? Да.
Нафига? Я же лутать собрался. А их нельзя поднимать, ты чего? Нельзя поднимать? Нет, конечно, я же тебе говорил, что их нельзя поднимать. Офигеть, ребята, вот такое вот неприятное открытие. Твою дивизию, я же тебе рассказывал, что их нельзя собирать. Ну беги тогда сюда. Дурдом, блин! Я думаю, я тебя не видел. На поясе все остается. Так, одежда остается, блин. Ну вот я тебя не видел, Саня. Ты у меня из-за экрана вышел, я в это время выстрелил. Да ладно, ничего страшного. Да фигня, ничего я вообще не пачусь. Ножусь, напьюсь. Я бомжатские стрелы тогда сделаю. Давай. Короче, я сейчас сделаю тропинку, чтобы можно было пройти. Да, давай. Сейчас я приду. Ой, не попал. Да, мне уходит жрачка вообще прям, ну на ура. Блин, Коля. Андрюха тут наставил всякое. Так, пошел, короче, так. Ты-то где? Как, я стою возле твоего рюкзака. А, ну вы, наверное, слились, ну, в одно. А, ну да. Потому что я не вижу. Ну ладно, сейчас приду. Да что это там такое лазит? Кто это, солдат? Да ладно. Да серьезно, говорю, он без ноги солдат ползает в каске, блин, в бронежилете. Блин, я пропускаю. Влезет ко мне, я выйду отсюда, чтобы он не взорвался. А я мины сейчас позорваю, чтобы он не взорвался. Да чтоб тебя, это вторая книга уже. Дурдом, блин. Я смотрю, что за фигня. Вон он ползет ко мне. Бегу, Андрей, бегу. Сейчас вот это поближе подойду. Зрители все заценят. Да, выглядит, конечно, он... не очень, но класс, я собираю, короче. Опа, в химзащите еще один ползет, один солдат, и в другой в химзащите ползет. Радиационный костюм на нем надел. Ну подожди, не убивай, блин. Не убивай их, отхожу от них. Не лагай, блин. 7 days to die. Может, они меня потеряют? Солдат уже потерял меня, полез на брат. А, сюда они, у них, короче, интеллект, как у собаки. Они охраняют эту вот. Я, если уйду, они возвращаются на свою исходную место, эту точку. Блин, у меня все стрелы-то там, в рюкзаке, блин. Да ты беги просто. Да и бегу. Run, Forest, run. Беги, Forest, беги, блядь. Еще подкалывают, блин. Нет, химзащита, химзащита меня не потеряла. Он ползет в моем направлении, а солдат назад уполз. Угу. Сейчас ознакомимся с пациентами. Ну, короче, я опять улутался. Пошел. Когда ты успел уже? Да вообще пипец, я говорю, иду и вообще липну. Ты ж только из базы вышел уже. Опа, медведь еще на меня идет. Не-не-не, вот это не надо. А вот я ж тоже об этом думаю. А медведь так не думает, да? Не, он повернул. На одном и том же месте лаг такой. Ты-тынь! Прям вот заметно. А если я на здание вылезу и медведя застреляю? Попробуй, я не знаю. Мне просто нечем тебе помочь сейчас, кроме вот как обойма потрохов. 8 штук у меня всего есть. Все, больше вообще ничего. И святым словом. Если я ступеньки... О, он загорелся, прикольно. Вон ты бежишь, ты прям на медведя несешься. Вижу, вижу я его. Жопа у него горит. Пукан пылает. Пукан пылает. У, блин. Иди нафиг, Миша. Только что проходил. А вот это, кстати, ползет. Да стоп тебе! Химзащита горит, Саня. Иду, иду. Вот он. Вижу! Класс! Божественно выглядит. Мочить его? Да! Мочи, конечно! Что-то так... Почему не попадаю? Да не подходи, блин, ты его... Я в него попасть не могу, что он башкой ёрзает со стороны в сторону. Ох, где он делся? Он в космос улетел. О, военный в каске вижу. Саня, он в космос улетел. Опасность. Он баганул, короче, и со скоростью реактивного это улетел вверх.
Да. Да не бойся, она нам даже внимания не обращает. Я в него стреляю, он назад уползает. Эй, дурачок, мы здесь. Ух, это сутулость, как мне надоело. Да что-то не хватает прям вот, ну, ячейку две где-то. Ну, как обычно. Скинь мне что-нибудь. Да все уже. Во, военный. Смотри, мины. Не забывай про мины. Ты будешь второй раз держать. Ой, ну, на, пошли на минах подорвем его. Идем. Чего? Я уже его это самое. Уже того? Стой, на мину бежишь. Блин. Слушай. Ну, классно. А покажи мне, подожди, не забирай ничего. Да как не забирай? Нет, это... он исчез. Его... Он исчез. Ну, здрасте, пожалуйста. Он... Сейчас, подожди. Короче, для снайперской винтовки синяя деталь. И броник синий. Но броник я уже скраплю. Ну, у меня все, места нет вообще. Да ладно, че? Блин. Да тут есть такие... Так, вот ты на железную броню читал рецепт? Нет. Вот, идем читать. В мусорке? Вот, последний ты вот. О, отлично. Твою ж дивизию, как это долбит-то, блин. Ой. Ну чё, надо бежать на базу, блин, я улутался. Блин, наказание какое-то вообще. Вы еще потрошапки могу скинуть. Блин. Надо тебя этот страх освободить. Ну для кемперки, конечно, это очень круто. Это очень круто. Сань, полутайте, короче, сумки, а я могу что-то забрать, и все. Давай. Где тут кто? Ну, где? Везде, в палатках, там. Да я не про тебя. Понял. Иду. Сейчас я по объектам пошел. Пить хочешь? Да есть у меня с собой. Зомби принесли, ничего не. Так, ну ты ходи тогда за мной, если что, подбирать будешь, что тебе могу сказать. Вернее, я сейчас эти ягодки ядовитые поем. Да ебить. Да что ты, блин, делаешь со мной игра, блин? Такое все долгое. Я нашел кожный плащ, хотел. Саня, я тебе могу мясо скинуть. У тебя есть мясо? Опа, есть. Зомбарь. Стол! Стол бросай. У меня полно мяса. Так, кожа. Вот ты. Блин, 9 тряпок каких-то будет делать в минуту. Нафиг надо. Вау. Так, погнали дальше, короче. С этим, можно сказать, распитались. Ну, так. Нет, сам не сделал. Пошел я дальше. Давай. Так, ну уже сумку одну приходовал, я смотрю. Ну да. Ну, чутка. Не ждать, да. Чутка залез. Вот коробку, а коробку я могу лутать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как хорошо-то. Ой-ой-ой. Андрюх, вот здесь забери. Так, я ножусь кровище. Растяжки, здорово. Так, будем. Вообще-то уже надо возвращаться? Да, надо возвращаться уже, все. Ну я еще могу, в принципе. Пока ничего. У меня еще раз, два, три, четыре, пять стаков есть. Хир, кости, хир какой-то у меня есть. Если кости выкинуть, будет 6. Чего? Если кости, я говорю, выкинуть, то будет 6 слотов у меня еще. Да ты че? Ну. Ай да, короче, че, я не знаю, к какому-нибудь контейнеру подойдем. Вот, пошли здесь, вот тряпичные, у меня есть. Так, смотри, что есть. Ты кидай, я... Все, что есть, 6 на... Блин, 6 на мне... На ми... В общем, я заберу 6 предметов. Разных. Что-то понял, что-то нет. Смотри, короче, что лезет, забери. Что не лезет, не забирай. Да все залезло. Все забрал? Что? Да, еще один стак остался. Да ладно. Да. Ну ладно, не будем набивать, что-то так полностью пошли. Так что набивай, ты набивай и себя, ну и меня. Так. Вот я еще сейчас освобожу место. Как эту добрую красоту. Я Fancy Trifle нашел хороший еще один. То есть вот то, что я тебе отдал, и там еще есть у меня с собой. Так, что мы тут все?
Вывалим отсюда. Давай. Где ты, что, военных ящиков больше нет, что ли? Да видишь, я его тоже не нашел. Ходил, смотрел, заглядывал, как сорока. Теперь главное... Маслак. На... Не надраться на мину теперь. Так как зашли, так и выйдем. Так, подожди. Мы здесь заходили. Да подожди. Я же скраплю лутающий. Ты? Ништяк так. В текстуру просто задрата и все. Так, аккуратно. Ну чё, куда идем-то? А у тебя сколько места еще есть? Так. У меня три еще места есть. 9 стак. Ну вот, а у меня еще три. Еще можно побегать. То есть их собирать нельзя теперь, да? Кого? Мины. Нет, конечно. Блин, если бы ты смотрел бы их видео, ты бы знал, что их собирать нельзя. Да, я же. Я тебе говорил, ты просто забыл. А я себе такой без понятия, такой, по ним сайтку ушел. Под пространство. Классика жанра. Так, я уже лутаю то, что вообще не надо так. Андрюхан тут был. Я бомжи стрелы делаю. Давай. Наеривай. Краб просто падает вообще. Блин, без этого невозможно. С этим тяжело играть. И так плохо. Мы так и шаримся возле этих мин. Слышь, тащи, пошли отсюда. Идем, идем. Идем в худой. Хох, мы так выглядим. Найдем пустыню, короче, если что, на заходе. Вот веща. Смехотура. Так, пойдем спасти неделю. Мы идем в пустыню, да? Ну, как бы по если моей... в этих биомах-то как у нас жарить-то, а там что будет? Не, мне не жарко вообще. Не, ну сейчас-то да, мне по каким-то сложным обстоятельствам тоже не жарко. Кто там? Свинятина. Капец ей. Кто-то, короче, ее захантил. Какая разница? Оба-два. Так, оба-два. Продолжаю, короче. Вон еще одна уходит. А ну стой. Ну вон и пустыни, вон и копченый там ходит. Угу. Гугрю. Блять. Свинья, сейчас я ее. Ножичком. Блин. Да, это ваш рецепт. Ты читал? Да. О! И уровень прокачал. Так, а вот и пустыня, да. Так, я тебе сейчас мясо скину. Угу. Мясо, шкуры. Так, сейчас гнездо найдем или еще что-нибудь такое. Идем, вот тут есть где-то. Только что. Вот, вьюка новая. Где? Да вот она. А, вот. Тысяча. Юка. У меня места нет. Юка тут. Из нее сок можно делать, не только кушать. Она, надеюсь, не токсична. Не-не-не, не токсична. Рецепты юка сид и юка джюс можно делать. Класс. Алоэ. Так, эту семечку я выкидываю. Нам надо алоэ для бинтов. Так, а с этого чего? Эй, косачек, ты куда? Ну, 15 травы, как обычно, со скатки. Да, там ничего не поменялось. О, вот гнездо есть. Я ввожу туда. Мясо, шкура. Яйца у тебя, кстати, тоже есть, да? Да. Вот это я сейчас еще скину 20 яиц. Яйца! Так, алоэ. Теперь можно и алоэ собирать, и юг. Да. Че, ищем контейнер, вон он. Я уже нашел. Вот сам. Вот гнездо. Подожди. Где ты там? Да здесь. Иду. Вот контейнер. Да. Отлично. О, как наваристо там. Я же хотел гостиницу найти, чтобы мы скоммуниздили этот вот workbench. Точно. Пошли. Я вспомнил сам, что чем мы сюда вообще шли. Какого лешего мы сюда перлись. О, еще один палаточный городок.
Блядь. Я улутан, Андрюх, честно говорю. У меня на один стак остался. Может, домой, а завтра, а? Ну, а да, поубиваем хотя бы здесь все. Ну, давай хоть зачистим. Жарим, ты чё вышел своего биома? Ну, иди назад. Что-то у них вообще, что-то у них вообще ничего нет. Если раньше хоть кто-то еды приносил, сейчас вообще пусто. Саня прикрыл зомби ногой своей. Такой, это доброта. Я вообще тебя фраг торчу, я помню. Блин! Пошли домой, все, я улут, совсем. Давай долутаем здесь, ладно, бог с ним, раз начали, что-нибудь надо придумать здесь. Как же гадко, блин, все не лезет что-то, ой. Ой, капец, одни страдания, блин, так. Так, я сейчас юкру джуз делаю. Давай юк джуз. Аж целых две штуки. Сумка. Блин, зомби, собака. Тихо. Так, я повернулся, она прямо... Опять у меня фраг скрысил. Так, 15 патронов, 7,62. Я знаю, что тебе надо, не говори нет. Да, у меня есть место для них. На, в машине. Блин, что-то меня приглючило так сильно. Так, я захожу в здание. Так, бомжовские стрелы. Ну и лут тогда запилим новый. Я только стою себе машину эту. 393. Надо приклад себе. Чё сказал? Хантинг Райфл 393 приклад. В смысле корпус? Блин, как его? Ну корпус винтовки. Нет. Металлические части. Не который затвор там и все такое, а которые... Ну, механизм? Верхние. Короче, пошли домой. Валь, блин, ну тебя нафиг, пошли отсюда. Так я говорю, идем. Ух, ёлки зеленкие. О, краулер. Тогда навтыкаем. И контролируем еще. Короче, я опять скрещал. Не-не, чё ты его убил. О, фига себе. Вот это номер. Шо, машина? 545-я крючковатая стрела, это долбанная кирка. Блин, Hunting Rifle лучше нашел затвор. Ну не за. Короче, все тебе. Ну хорошо, хорошо, если есть место, то бери. Если нет, у меня есть место. Иди вот, в рюкзаке скрафтим вот здесь две. Я, у меня совесть будет хоть чиста, что мы все скрафтим. Стоп. Идем вот тут. Секунду. Да. Все. Все, пошли домой. Блин, я с кактуса на кактус сигаю. Хорошо прицелился, да? Вот сумка, Саня, где будто. Где я иду? Вот где я стою. Подожди. Да, еще. Так, да ну тут туфта. Ну, я же не знаю, что там туфта, не туфта. Но факт то, что сумка. Пошли домой, все, не могу я. Сейчас еще один едет. Нет, после тут все кому не лень вообще. Все кому не лень. Чего только не лень. Все. Да блин, как же юку-то оставить? Понятно. Иду, иду. Ладно. А вот гнездо, как же его не облутать? Да, да, да. Снимаем мы поздно, поэтому у вас обоих языки заплетаются. Не потому что пили, а потому что как бы устали. Ну да, есть. Может. Да ничего, нормально. Так. Ох, как красиво вдалеке горы эти смотрятся. Пик такой. И он свинья уходит в пустыню. В пустыню, в туман. Да есть приятные такие моменты. Пошли домой.
Да иду я, я ж освинил, что не надо убить. Кто-то нас хранит. Пошли, сейчас я зайду с тобой. Заберу мясо у тебя. А вот он, ползунок. Вижу свинью, пошел, ее разрежу. Давай, я сейчас этого кролера тут уговорю. А дубинка как работает, интересно? Голова как-то работает. Мне не понравилось. Как вот был горбатый этот ближний бой, так он остался. Ну да. Никуда, это никуда не делся. Ну, ребят, сейчас просто, ну, классно выглядит все действительно. Все плавно, все прям без сучка задоринки. Ну, даже у меня при записи 50 FPS. Ну, это вообще круто. Ну, у меня сейчас 80. Ну, ага, только сказал, сразу до 20... До 22 провалилось. Сань, ты там медведя своими филейными частями чуть не приманил. Да, вижу, все. Танки долбаные. Не хочу, не хочу. А то пришлось бы и тебе, и мне за рюкзаком сейчас бежать. Ну. Ой, долбанный. Ой, как этот не нравится биом. Кто бы такой. Чё так медленно бегать, я персонаж? Уже ж нога не поломана. Ноги не сломаны, нет? Нет. Шевчил. Слушай, я чуть не пойму, что так лутается-то хорошо. Совсем хорошо лутается. Не просто, а долго класс. Я вроде порезал. Сколько у тебя лут респаунт этот? Меньше 100%. Качество этого лута. Меньше 100%. Вон олень еще сам. Блин. Ты ой, увидишь эту картину. Я разделываю свинью, и, короче, краулер ползет. Да меня тоже кто-то хантит. Стой. Тогда как раз. Не буду заниматься. Да время уже как бы домой надо. Угу. Точно. У меня нога, мне домой. Давай, давай. Я себе 26 перья нашел. Ну вот я тебе говорю то, что, блин, что-то как-то вот. Порежем, я так думаю, лутание. Уж слишком кошерно. Да я почти 2 фака набрал. Нет, ты свернись ко мне. Заклинаю. Да что, блин, с третьей стрелы только попал. Это не меткость, я тебе говорю, по нерф или вообще. Да не, я именно я мазал. Лука и мазал тоже. Два слагаемых неуспеха. О, зеленка. Глаз, бальзам на глаза, блин, вообще прям. На оба. Сколько я перьев. 25 перьев. Ну вообще дурдом. Да-да, у него тоже 25-28 перьев попадается. С яйцами в комплекте идут. О-о-о, не надрезать. Так, слишком жирно тоже плохо. 19:38. Давай. Да, конечно, мечты. Сейчас приду и какие-нибудь там два камня найду в инвентаре, три дерева, что-нибудь такое. То, что в поле как-то оно не находится обычно. Да. Потому что вечно мысли в раскоряк. Думаешь, что надо, что не надо? Да. И поэтому. Таскаешь надо с собой такой кал, блин. Блин, ну сказочный просто. Дирсвилл нас приютил. Чё мы сегодня? Мы сегодня классно поработали, между прочим. Мы сегодня лутанули. Сейчас грядку покажем. Госпиталь лутанули. Вернее, я покажу, ты ж уже. У тебя ж видео-то сохранилось, у меня правда это самое окрашивалось. Ну, да там. Ну чё, технические моменты без. Да господи. Да. Не страшно уж особо. Туман этот вернули. Да, туман теперь выглядит, ребятки, поприятней. Так, у нас 50 мяса, похоже, я терял мясо, пока лутал. Семёныч, у меня место было для мяса. А? А у меня место, говорю, для мяса было. Ты просел охеренно. Дико прям, бабах, вот так вот просело. Еще на корточке села. Так просела, что уже на корточке села? О, наконец-то пришли.
Фу, блин. Ну что, снимать, наверное, больше не будем. Что сейчас? Сейчас, сейчас я еще огород покажу. Панины и все такое, да? Я еще огород покажу. Вот кукуруза. Вот выросла кукуруза. Да, теперь как-то интересно растет. Андрюх засекал что-то время, там сколько дольше растет, да? Странно, вот этот что-то. А, у меня. Короче, не знаю. Почему оно так быстро выросло, а все остальное нифига не растет. Ну раньше посадил, да и все, нет? Да нет, я ж один в одно время. Странно. У меня что-то было, я когда тяпкой это мотал, может, земля как удобрение идет? Бред? Да ты такой не славный. У тебя так классно. Красные сапожки, красные туфли эти. Шортики, красная банданка. И желтенькие коленочки, и желтенькая шапочка. Ты тоже посмотришь себя, ты не лучше выглядишь. Такой же самый. Это, спички, руки, ножки, спички. И все такое прочее. Ладно. Так, сколько? Посмотрели, ребята. Три кукурузы всего лишь с этого, с куста падает. Вот, и одна картошка. Блин, места нет. Два патата и два кофе бинс. Так, ну, ребят, ну все, вы были на канале Алекс Натальевич Лаборт. Да. Скорпион Геймс тоже. Смотрите наше видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. Пока-пока.